Ну, Владислав Юрьевич фигура, конечно, безусловно, интересная и достаточно много внес, большой вклад сделал в развитие общества после развала Советского Союза, то есть постсоветский период закончился, и вот новый формат партийной структуры по стране – это, в общем-то, плоды его рук. И, безусловно, такого человека, ну, загонять, как некоторые поясничают, в ларек или там писать мемуары, я думаю, что у него далеко не исчерпанный потенциал, все-таки в какой-то, возможно, политтехнологической структуре, возможно, создаст свою политическую партию, возможно, будет участвовать в выборах, потому что он знает все тонкости, все нюансы выборного процесса. И, по сути, очень многие, не только политические структуры, но и лидеры, региональные лидеры, так или иначе, это тоже его рук дело. То есть они ему в чем-то обязаны. Поэтому уверен, что у него поддержка в определенных кругах будет.